Да. Сухих матчей у Бобровского нет. Другое дело, что дома Бобровский прекрасен. 2,5 шайбы в среднем за игру, 92% отраженных бросков, 12 побед из 13 случаев. А здесь шайба в сетке. Судя по реакции вратаря, вновь был трафик, и в ближний угол залетает снаряд. 2-1. Ванкувер хорош. Именно в плане атаки при Брюсе Будро. Забивает много, забивает часто, забивает умело. А вот сейчас с этого повтора мы с вами четко увидели, что трафика-то не было, и Бобровский оказался не совсем готов к такому развитию событий. Не самым лучшим образом сыграл сейчас вратарь Пантер. Диккенсон, если можно так выразить.